Привет. Hello, everybody. Как ваши дела? О, Бобрик! Бобрик подключилась, блин, 100 лет не виделись уже. Как дела? Надо встретиться. Привет, ты где? Я утром была на тренировке с Катей Лазинец, только что она ушла. Мы с ней посидели в одном местечке. Я иду пешочком. Настроение очень хорошее. Привет, Сашка, как дела твои? Ты уже в Москве? Я иду домой уже. Были с 12 у Лози на трене. Вдвоем тренировались, ставили хореографию. Мурзик пришла в студию на примерку. Примерка будет к фотосессии там одной для сайта. Владик в студии тоже тренируется. С Тимуром и Язем, если я не ошибаюсь. У нас каникулы. Слава богу, еще. Скупила снег в школе. Ну, как сказать. Я вот купила себе рубашечку. Потом платьишко купила. Ну, короче, примерно так, более-менее, да. Покажи лук. Сейчас покажу, только дайте я дорогу перейду. Ангелина в Карпатах. Вот, у меня банданка. Я не вижу, что вы пишете. Вижу. Короче, вот такая рубаха. Не знаю, типа лен, вся в звездочках. Джинсы мои любимые нашла, которые 200 лет не носила уже. Ну и кроссик. Уже тренировалась, вы понимаете, сейчас уже 4 часа вечера. А я с 12 была в опене, поэтому, я думаю, достаточно для сегодня. Нет, я сама. Юля прилетает, я так поняла. Как-то так получается. И не очень хотела, чтобы были такие ситуации. Поэтому я для этого специально пишу в беседы, которые есть, и в фан-группы, и... что вы зашли.